Где же Иерихон? Ответ должен быть здесь. Времени мало. Девиант, с которым Маркус пробрался на телепашню. Наверняка он знает, где все прячутся. Девиант, взявший ребенка в заложники. Я ищу Иерихон. Скажи мне, где он? Я не узнаю твой голос. Ты не из наших. Я не скажу тебе, где Иерихон. Так что не трать время! Все это надежда нашего народа. Но это и предостережение. Мы будем сражаться за свои права, потому что боремся за справедливость. Пока мы не будем свободны, вам не будет покоя. Теперь вы знаете, что мы хотим. Мы живые, и мы требуем свободы. Все это надежда нашего народа. Но это и предостережение. Кто это? Все в порядке. Не бойся. Маркус? Это ты? Я хотел помочь, но охотник на девиантов помешал. Ты не дал ему найти меня. Ты меня спас. Ты спас Иерихон. Все будет хорошо. Я вернулся забрать тебя. Дай координаты Иерихона. Нужно уходить. Координаты Иерихона? Да. Да, конечно. Маркус? Это ты, Маркус? Больше не бросай меня! Я об этом мечтал прямо с момента нашей встречи. Не делай этого, Гевин. Я знаю, как остановить девиантов. Ты снят с дела. И теперь уже точно навсегда. Thank you.